Не забывай. Да плевое дело, поверь. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропатин. Да плевое дело, поверь. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропатин. Плевое дело, поверь. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропатин. Плевое дело, поверь. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропатин. Ты ведь про тот взрыв на станции знаешь? Просто ужас. Поверить не могу, что КПА на такое способна. Боже, она и моя не способна. Кожа. КПА? Это все полиция. Я знаю, где копы прячут конфискованный нейропатин. Мистер Дженсен, это Атар Баткавели. Слышал, вы попали в комплекс Утулек. Следите за мной, Баткавели. Пришло время оказать мне ответную услугу. На рынке Штедрой есть торговец по имени Галу. Его нужно устранить. Я не киллер. Вы дали мне слово. Соберись. Как вы решите Соберись. Проблему, меня Соберись. Не касается, но я ожидаю, что слово вы сдержите. Главное потихонечку. Не забывай. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Это несправедливо. Я думала, что рождение ребенка станет счастливейшим днем нашей жизни. Но теперь... Знаю. Мне тоже страшно. Это... Да, как ты думаешь, а стоит ли заводить детей сейчас? Что же за родители пожелают своему ребенку расти в таком вот месте? Если я правильно понимаю, на что ты намекаешь, я не знаю. Будет проверяться прочность наших убеждений. Нас снова выставляют. Несмотря на все возражения, не
несмотря на протесты, несмотря на приверженность мирному пути достижения наших целей. Зафиксирована аномалия. Вы знаете, что они. Даже крыса опасна, если сократить ее будет. Ваши дома, чтобы запугивать, чтобы обвинять. Может быть, что-то еще хуже. Некоторые из вас захотят дать отпор, сопротивляться. Пожалуйста, не надо. Я прошу вас, не надо. Так, вы только усложните положение, которое мы попали. Насилие поможет им оправдывать свои действия. Я понимаю, что прошу о многом. Придется отдать себя на милость притеснителя. Но... Все под контролем. Не покой. Я обращаюсь к вам не как глава КПР, а как ваш сосед. Это ясно. Ты ауковая мой страх. Капитан хочет, чтобы все прошло быстро. Страшнее резику. Ага, ну Тибор-то уж точно. Я у него забрал, ну, ключ, карту какую-то, пропуск. Есть у меня предположение, зачем это нужно. Если я прав, то он точно из КПА. Нет, лифт. Нам он ни к чему. Если только мы не хотим начать настоящую войну. А мы не хотим. Он мелкая сошка, это ясно. А Душан, небось, и вовсе не замешан. Но не будем их выпускать, пока не получим какой-то выгоды. Ладно. До встречи. Конец связи. Страшный Аугуле, але инак нет. Ты сам знаешь, она всего на свете боится. Да ты только про Рабию и говоришь. Земля обетованная. Эту дыру тоже так называли. Почему в Рабии должно получиться иначе? Это из вас ты отповеди достали. Разработанное специально для нас. Его проектировали люди, которым не все равно. Кейт, если там как я должен своих детей кормить? Ты же знаешь, что у меня денег нет. Я зато не могу. Я здесь умирать не собираюсь. Мы пытаемся защитить людей. Пусть и куповать рыхло. Как хорошо. Черт возьми. Чеканы, передай Миллеру, что мы снова в игре. У меня есть ключ пропуск от лифта, который ведет на территорию КПА. Понял тебя. Я полечу вперед, проведу рекогносцировку. Свяжись со мной, когда будешь на месте. Thank you.
умираю от голода. Это не мои проблемы. Я не могу раздавать еду за бесплатно. Вы пришли по делу? Тогда тут все еще только начиналось. Никто не знал, к чему все придет. Ее отец выгнал ее за аугментацию, а мои родители отказались ее принять. Она решила, что безопаснее будет жить здесь, чем на улице Праги. Через две недели я уволился. Когда пришел сюда... Прочитали все так легко. Неса. Могу чем-нибудь помочь? Ты любишь, да? Душин Сокол сказал, что в КПА могут быть ответы на мои вопросы. Он отправил меня к тебе. Душа? Я слышал, что полиция забрала его вместе с братом Тибором. Заперли их в теснинах. Да, полиция Душина обработала на совесть, когда я его нашел. Честной дракой это не назовешь, так что я вступился. Он жив? Он поправится. Сегодня уже будет спать в своей постели. Мало кто здесь готов остановиться и помочь незнакомцу. Они поступали неправильно. И в одиночку расправился с полицией на их территории? И потом Душин рассказал мне о тебе. Правильно сделал, но я думаю, он мог дать тебе нечто большее. Может быть, мудрость? Человек, у которого вы отобрали все, уже не подвластен вам. Он снова свободен. Голос истинного брата революции. Кажется, я даже услышал убежденность. Я открою тебе лифт. Заходи. Что ты можешь рассказать мне про Талоса? Первую нашу встречу он вырезал из меня пулю и при этом рассказывал историю ГУЛАГа. Залез рукой мне в ногу и советовал изучать сталинские репрессии. А через 3 месяца я мимо него прошел в глотке, и он говорит: «Любош, как нога, про ГУЛАГ-то читаешь?» Вспомнил меня, как будто мы вчера виделись. Видимо, у него хорошая память. Нет, я был ему важен. Я никто был важен такому человеку, как Талос Рукер. Вот какая это личность. Как ты попал в КП? Я работал грузчиком на железной дороге в Острове. После инцидента начальство стало меня бояться, меня уволили. И как большинство аугментированных в стране, я пришел в Прагу без лицензии и без дома. Как-то ночью меня в канализации замела полиция. Всадили пулю в ногу и бросили тут. Очень скоро меня нашел Талос. И он дал тебе работу? Он дал мне цель. Благодаря ему я еще жив. Душин сказал, что полицейские используют теракт на ружечке как повод бить аугментированных в Големе. Как думаешь, почему? Они пытаются получить ответ от Талоса, чтобы вынудить КПА ответить на удар. Насилие порождает насилие. Верно.
И если КПА ответит насилием, мы только укрепим их позиции. Но Даллас умен. Он не даст принудить КПА к ложному признанию, даже если пострадают люди, которых мы обещали защитить. Отлично, спасибо. A sama víš, že nemáš čím ručit. У тебя не все дома? Да что, блин, вообще с тобой такое, а? Помоги мне снова встать на ноги. Господи, да это же просто идея! Немного осталось. Как мы будем без денег? Лечь и умереть. Есть позин, браха. Уходить по улице, меня аж трясет уже. Подряд. С бабами, с мужиками. За еду или за позин. Ты дурак! Она не может потише. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен.
Мы не все тут наркоманы и отбросы. Прикинь, что я узнала. Прямо тут какой-то чувак торгует офигенной техникой серого рынка. Какого хрена я тут один? Типа для взлома? А куда тут вообще вломиться-то можно? Ты шутишь? Тут вокруг полно сейфов и всяких контейнеров, доверху набито едой, нейропозинами, еще всяким добром. Если есть нужная техника, с деньгами больше проблем не будет. Будь начеку. Если ищешь место, чтобы поссать, можешь сделать это на улице, как и все. Если ищешь Вержбовске, то можешь пойти в жопу. Еще ни того, ни другого. Значит, красавчик, тебе нужен какой-то товар? Меня зовут Entity. Я торгую лучшей техникой в ГГ. Ну, что именно тебя интересует? Показывай, что есть. Ну, если ты решил быть настойчивым, у меня не остается выбора. Выглядит. Разбирается в дорогой технике. А ведь мама меня предупреждала. Надеюсь, что могу еще чем-то помочь?
почему ты торгуешь техникой в городе големов? В борделях вакансий не было, так что мне пришлось вспомнить старое хобби, чтобы заработать на жизнь. Из какой компании тебя выбросили на улицу? Bobson Synthetics. Я была инженером по клеточным батареям, а потом перестала им быть. Из-за инцидента у меня в руке сгорела какая-то мелкая хрень. По-нормальному теперь работать не могу, но... В общем, грех жаловаться. Все у меня нормально. Может, сменим тему? Когда я пришел, ты упомянула какого-то Вержбовски. Кто это? Мой бывший. Тот еще пидор. Он тут раньше заведовал. А потом мы разбежались. Я решила, что ты из его новых друзей. Судя по такому приветствию, ты не слишком хорошо относишься к его друзьям. Не пойми меня неправильно. КПА делает много хорошего в гетто, но... Твой парень связан с КПА? Бывший парень. Но я его понимаю. Он всегда хотел чем-то помочь. КПА многим здесь помогает нормально устроиться. Кормит, одевает. Они дают людям надежду. Я это одобряю. Но... Не знаю, меня что-то отпугивает во всем вот таком организованном. Думаешь, КПА опасно? Нет. Может. Да блин. Ну откуда мне знать? Меня не это пугает. Бесит вот этот коллективизм, когда все собираются в кучу, как муравьи. Я от религии подальше стараюсь держаться из-за этого. И от читательских клубов. Ну, мы уже неплохо друг друга знаем. В общем, могу еще чем-то помочь? Пожалуй, Entity, мне пора. Работа ждет. Ох, какая жалость. Пообещай мне, что скоро вернешься, красавчик. Вчера сплоховала. Подошла к территории КПА, и мне какой-то вооруженный гранит начал угрожать. Разжечь интерес инвесторов к Рабии. Браун утверждает, что инновационный город будущего станет общемировым убежищем, раем для аугов, созданным аугментированными и для аугментированных. Пока неизвестно, какие на это потребуются средства, но я, ознакомившись с набросками архитектурного дизайна Рабии, могу сказать совершенно точно, когда Рабия будет готова, все аугментированные мира готовы будут ради нее хоть 40 лет скитаться по пустыням Амана. Зафиксирована аномалия. Нас
пытаются обвинить в недавнем акте беспримерной жестокости. Всех обментировано, не только КПА. Зафиксирована аномалия. Что последствия станут суровым испытанием для нас. Будет проверяться прочность наших убеждений. Нас снова выставляют злодеями. Зафиксирована аномалия. Несмотря на протесты, несмотря на приверженность мирному пути достижения наших целей, несмотря на то, доступ что разрешен. Во время взрыва на станции «Ружечка» погиб один из нас. Но наших обвинителей ослепляет страх. Да, я понимаю, что многие из вас боятся того, что будет, но я призываю не становиться слепыми, подобно им, как и я. Вы знаете, что они придут. Придут сюда. В ваши дома. Чтобы запугивать. Чтобы обвинять. Может быть, что-то еще хуже. Некоторые из вас захотят...